обращение на имя прокурора Галкина было обращено в том числе и на те угрозы, которые постоянно слышатся в адрес предпринимателей. Было им объявлено, что после выборов, после 28 числа, за вас возьмемся. Это были и телефонные угрозы, и угрозы неизвестных лиц, неустановленных именно на самом рынке, когда предпринимателям говорили, что после выборов с вами начнем разбираться. Ну, вот, наверное, по этому факту эти угрозы начинают уже... Скажите, пожалуйста, кто-то из депутатов, может быть, нынешней Верховной Рады или Горсовета сейчас поддерживают вас? Или, в общем-то, все забыли про предпринимателей? Ну, я думаю, что пока еще они не вошли просто в курс своих дел. Новые депутаты не приняли присягу. Угу. Когда они примут присягу, естественно, мы начнем с ними работать, потому что кандидаты в депутаты, которые приезжали сюда в Одессу, когда мы стояли лагерем возле Одесской областной государственной администрации, брали многие на себя обязательства помочь предпринимателям и, в принципе, вернуть коммунальные рынки в собственность города.